Дорогие друзья, дорогие сябры, 4 апреля в Минске состоится мой первый сольный концерт в Беларуси на стадионе Минск-Арена. Я буду вас всех ждать. Я к Беларуси отношусь очень-очень хорошо, потому что я частый гость на фестивале «Славянский базар» и недавно выступал на Европейских Олимпийских играх. Для меня огромная честь выступать для вас. И я, конечно же, буду вас всех ждать. До встречи, друзья. Увидимся. Так, ну что, дорогие друзья, начинаем наш репортаж из Беларуси, из Минска. Буквально считанные минуты остались до начала этого концерта, юбилея Игоря Яковлевича, который уже просто путешествует по всему миру, этот концерт. Посмотрите, сколько людей. И, как вы знаете, 4 апреля здесь состоится у Димаша тоже сольный концерт, о котором будет объявлено еще, конечно же, опа! Бывают времена, когда я ощущаю себя на 40, бывает на 80. А сегодня? Сегодня на 40. А слушайте, а у вас тут так много звезд собрали, даже стоит? Очень много. Это не то. А, слушайте, так вот, не сложно было их всех вместе собрать? В один самолет. В один день, в один самолет. Мне как-то получилось, что мы получаем удовольствие от этого. Да? А кого сложнее всего было позвать? Кто там такой? Ну, я не знаю. Нормально. А были те, кто отказал и все-таки не приехал к нам? А у кого самый дорогой райдер? Здесь вообще райдеров нет. А, да? Они по дружбе выступают? А? По дружбе выступают? Нет, не получают гонорар, но как по дружбе. Ну, я сам не люблю, даже. Сам не люблю. Каждый труд должен быть оплачен. Так, по райдеру водичку. Вот так, друзья, происходит пресс-холл, небольшая пресс-конференция перед каждым концертом. В каждой стране Игорь Яковлевич дает интервью и общается с местными журналистами. А мы пойдем готовиться уже. Это эстрадный концерт, который был на новой волне. Это 3 ноября в Москве. Были звезды фигурного катания, а исполняли мою музыку Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Димаш, Юра Башмет, Аида Гарифуллина, Бриос и Норрис. И последний, 15-16 был концерт, 2 концерта в Кремле. Сами не крепко, это была совсем другая программа. Я хочу пригласить на сцену, хотите верите, хотите нет, сплошное совершенство. В спорте номер один, в драматическом искусстве номер один, в пении номер один. Мало того, первый лауреат новой волны, когда мы с Раймоном Вальдемаровичем заседали в Юрмале, это было уже 18 лет назад. Ладно, не буду томить, для вас поет офигенный Сергей Лазарь. Прости, не смог сказать тебе. Прости, что все бывает так. Я не мечтал навсегда.
город. Игорь крутой! Нет, там тяжело, не надо. Аня, вот. Привет, Дэнс! Привет, мои любимые, привет, мои дорогие. Какое же счастье вновь быть здесь. Спасибо огромное. У меня особое, особое отношение с вашим замечательным городом, страной. И, конечно, сегодня это вновь такая радость видеть, сколько же вас сегодня собралось. Это чудо! Спасибо! Я хочу представить следующую песню. Давай я расскажу. Вместе. Давай вместе. У меня есть самый близкий друг на Украине, Ренат Ахметов. Самый близкий мой друг, да. И вот однажды, это было лет 6 лет назад, еще до всех событий, он говорит, я вот хочу, чтобы у нас на Украине, и у нас в Украине, не было детских домов. И я, говорит, буду дарить дома, буду дарить квартиры на условиях, что семьи будут забирать детей. Но мне нужен гимн, чтобы у этих детей, которых жизнь потрепала, прилично, чтобы была своя песня. Он сказал, ты должен написать такую песню, которую, под которой они будут плакать, хотеть жить, смеяться, и всю жизнь их будет объединять эта песня. И я попросил, чтобы эту песню исполнила Каролина. У нее самой непростая жизнь. Она сама тоже в детском доме была. И для меня огромная честь, как она спела эту песню. Спасибо огромное. Спасибо. Для меня огромная честь петь такую красивую музыку от души. Замечательные, Игорь Николаевич, замечательные слова. А я думаю, что сейчас можно зажечь маленькие огоньки любви и загадать одно большое желание, что в мире никогда, никогда не было детских одиноких сердец. Снится сон. Thank you.
Кино Милан. Спасибо! Вместе были мы с тобой. Пусть тебе приснится Пальма де Майорка. Спасибо. Велик успех. Друзья, вы готовы? Спасибо. Для меня большая честь, у кого я был на разогреве, кто сейчас для вас будет петь. Вышли? Буквально всего лишь год или полтора года ко мне на приеме в Италии подошли отец и сын. И сын сказал: а я всю вашу музыку знаю. Ну, чего я буду вам долго рассказывать? Это тот человек, тот исполнитель, тот певец, репертуаром которым я сейчас занимаюсь. Для меня огромная честь уже то, что он исполняет мои произведения. Я знаю, что вы ждете, и что у него еще будет здесь сольный концерт. Для вас поет Димаш Кудайберген! Димаш Кудайберген! Что премьера этой песни состоялась на открытии Евроолимпиады здесь, в Минске. Будет снято. Спасибо. Дорогие друзья, разрешите поблагодарить вас за теплый прием. И от всей души хочу поблагодарить и поздравить Игоря Яковлевича с прекрасным юбилеем, с прекрасным концертом. Я поражаюсь тому, что на протяжении многих десятилетий Игорь Яковлевич до сих пор любим, до сих пор народ полным стадионом ходит на его концерты. Мне кажется, все казалось. Ну, это благодаря причёсу. Спасибо. Димаш, что каждый артист. Спасибо. Димаш Кудайберген. Зал встал. Люцина! Перед тем, как спеть следующую песню, разрешите передать вам привет из солнечного Казахстана, друзья. Спасибо! Игорь Крутой! Димаш Кудайберген. Аплодисменты, Игорь Крутой! Димаш Кудайберген. Спасибо огромное. До новых встреч!
Димаш! Спасибо большое. Вот это счастье. Спасибо огромное. Димаша Кудайбергена. И порвите этот зал. Спасибо большое. Димаш Кудайбергена. Димаш Кудайбергена. Thank you.
или Киркоров. Народная артистка России Ирина Аминова. Будущая народная артистка Жасмин. Народный артист Николай Басков. Народный артист России Сергей Лазарев. Евровидение. Народный артист Европы Сергей Лазарев. Народная артистка Украины Аня Ворог. Народный артист мира Димаш Кудайберген. До встречи через 5 лет!